Итак, внимание, внимание, цена только сегодня на потрясающий романтичный комплект штор 2999 рублей. Это не ошибка, это сенсационное предложение только сегодняшнего дня. Итак, внимание, вы только вглядитесь в это чудо, в этот шедевр и представьте у себя дома. Оля, это действительно чудо, это на самом деле шедевр, произведение искусства, воплощенное в фотошторах. Оль, знаешь, фотошторы это на самом деле произвели фурор в мире текстиля, ведь раньше мы могли наслаждаться исключительно фотообоями, а теперь такая красота может висеть на наших окнах. Ты знаешь, благодаря все это фотопечати, посмотри, как четко, Оль, прорисовывается каждый листочек, каждый лепесточек. Вы только посмотрите на эту красоту, на эту нежность, на эту романтику, которая может окутать ваш интерьер. Оля, знаешь, что мне очень нравится? Мне очень нравится, что в наших фотошторах еще есть имитация ламбрекена. Слушай, Катя, подожди. Здесь столько нежности, здесь столько легкости, здесь столько цвета, который так необходим нам, особенно осенью и зимой. Ты сказала, это фотошторы. Но подожди, фотообои знаю, фото, я не знаю, фотографии знаю. Да. Но чтобы фотошторы, мало кто об этом знает. Оль, ну знаешь, мир текстиля, текстильная промышленность зашла настолько далеко, что теперь фотопринт переносят на ткань. Но очень важно, чтобы само полотно соответствовало, чтобы эта фотография могла очутиться именно здесь. И четко прорисовывалась мельчайшая деталь. Так вот, наши шторы изготовлены из особого полотна, называется оно Оксфорд. Это очень плотное плетение. Именно поэтому настолько у нас четко и ярко. Яркая картинка, которая будет украшать вашу гостиную, вашу спальню. Оль, вот я тебе рассказывала, что я подобрала эти шторы для себя, для своей спальни. У меня классический интерьер в светлых оттенках. Я хочу, чтобы моя спальня была окутана романтикой. Вау, романтика будет жить в вашей спальне. Романтика чувств, романтика отношений. Знаете, все-таки образ дома создают детали, создает текстиль. Забирайте прямо сейчас. И вы только представьте, цена только сегодня. Это спецпредложение дня. И это целый комплект штор. И это фотошторы. Романтик. Представляете? Пустите в свой дом романтику. Тем более, что сегодня цена действует только на один день. Оформляйте свои покупки и делайте подарки. И в Новый год нужно заходить с обновленным интерьером. Сделать это проще всего именно с Shop&Show. Экономия сегодня почти доходит до стоимости штор. Сделайте свой заказ прямо сейчас. Оль, ну что очень важно, у нас два полотна и прекрасный размер. Размер одного полотна 150 на 270. Чуть позже мы еще расскажем про фототюль. Оставайтесь, не переключайтесь, но это будет немножечко позже. Оль, ну я бы хотела еще рассказать о том, что наши фотошторы романтика украсят каждый интерьер и подают на каждое окно. Ведь у нас шторы идут на шторной ленте, а это значит, что подходит на любой карниз. На крокодильчики, на крючки, конечно же, на кольца. Украшайте ваш дом, окутайте романтикой и нежностью. Добавьте легкости в ваш интерьер, ну и, конечно же, расширьте границы пространства. Вау, вот это вот очень, кстати, важно. Мало кто может похвастаться большими просторами своей квартиры или дома. Так вот, именно за счет штор вы получаете более светлый интерьер и свежие краски. Ты сказала, что здесь эффект ламбрекена. Вот расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее, чтобы наши телезрители тоже понимали. Ну да, правильно, у нас эффект ламбрекена, и вы можете обратить внимание на то, что у нас роза не просто настолько необыкновенная. Вот давайте посмотрим, да, задвинем наши шторы. Посмотрите, у нас получается такой эффект арка, эффект ламбрекена, многослойный эффект, знаешь, эффект присутствия, что очень важно. Кажется, когда ты смотришь на наши шторы, ты просто погружаешься в этот мир, в мир роз.
в мир грез и в мир романтики. Оль, знаешь, чем еще уникален розовый цвет? Что розовый цвет, он уникально сочетается с любыми оттенками, как с теплыми, так и с холодными. И может украсить каждый интерьер, и классический, и современный. Это настолько нежная цветовая гамма, которая темному интерьеру добавит свежести, а светлому интерьеру добавит легкости и романтики. Слушай, ну у меня вопрос, Катя, вот действительно романтическая обстановка нам больше всего нужна в спальне, конечно. Ну, а как ты считаешь, куда можно повесить эти шторы? Только лишь в спальню? Нет, Оль, не только в спальню, конечно, можно украсить гостиную, и прекрасно также подойдут для детской комнаты, ну, для подрастающего уже поколения. Mm-hmm. Хотя, ты знаешь, моя бы дочка Ангелина, увидев такие шторы, она точно сказала, я их хочу, несмотря на то, что ей 4 года всего. Слушай, ну, действительно, это очень романтичный девичий такой получается красивый образ дома, образ спальни, и не только для спальни пары семейной, да, но еще можно предложить такие шторы в качестве украшения для девичьей комнаты. А подарок какой, Оля? Отличный подарок. Кстати, ты уже задумалась о том, что ты будешь дарить на Новый год? Ну вот как раз именно сейчас я и занимаюсь подбором подарков. Ну как мне хорошо, мне не нужно ходить по магазинам. Я все могу выбрать на нашем телеканале, на телеканале Shop & Show. И, кстати, наши телезрители точно так же и поступают. Успеете заказать. Вы именно заказывая сегодня, получите свою посылку под Новый год и одарите своих близких и любимых. Это спецпредложение дня. Только сегодня действует цена. Доступнейшая цена на комплект штор романтика. Посмотрите, 2 полотна. Это очень удобно. Кстати, часто бывают фотошторы в магазинах единым полотном. То есть одна полоска. Все. Не подойти к окошку, не выйти на балкон, не полить цветы. А здесь вы получаете 2 портьеры. Причем, обратите внимание, какой здесь живой рисунок. Так и хочется, чтобы в каждом доме была такая романтика. Оформляйте покупки, наслаждайтесь интерьером, ну и, конечно, делайте подарки любимым. Вопрос следующий. Еще, скажи, как ухаживать? Насколько прочная ткань? Ведь мы приобретаем надолго. А вот сейчас мы проверим качество, как оно звучит. Итак... Ничего не порвалось? Ничего не порвалось. Это особое плетение Оксфорд, которое прослужит вам без потери качества 15 лет. Наши шторы не выгорают на солнце, что очень важно, не линяет, не деформируется и легко стирается на деликатном режиме. Забирайте, успейте сделать заказ сейчас.